2016 проходит под эгидой «Года кино». Вот и сотрудники учреждений культуры, куда также входят и кинотеатры, решили отметить свой профессиональный праздник в лучших традициях мирового кинематографа. Все как на известных российских и зарубежных премиях. Полный зал известных лиц, золотые статуэтки и конверты с именами победителей в номинациях «Одиссеи творческой души». Ну и как же без кинолент? Сотрудники разных учреждений культуры показали зрителям уникальную мелодраму библиотеки в индийском стиле. Да, мой брат, с какой же страницы начнем? А начнем мы читать с того места, где говорят про любовь. О мой Бог, я нашла себе брата. Не верю своим глазам. Есть еще в этом городе культурные и образованные мужчины. Продемонстрировали революционный характер. Здравия желаю, бойцы культурного фронта! Не обошлось и без боевика по поиску идеи. Ляпалась с вами неизвестно во что. Не дрейфь нервно. На нем знаком был. Ездил тебе капитальный ремонт. Кончай базар, интеллигенция. Кому кто первый найдет фифу, тому и кушает. Имена великих мудрецов, гениальных фантазеров, вечных вдохновителей и обладателей утонченных душ известны всем сочинцам. Это сотрудники городской библиотечной сети, музыкальных и художественных школ, кинотеатров, музеев, руководители домов культур и учреждений дополнительного образования. 2000 человек ежедневно трудятся на благо курорта, неся огромный вклад в становление Сочи как лучшего культурного города мира. Это замечательные наши горожане. Это люди, которые несут культуру у массы, а значит воспитывают, а значит делают нас счастливее. Их роль, она просто неоценима. У нас проходит более 175 международных федерального и краевого уровня мероприятий. И, естественно, без сотрудников наших учреждений культуры это не обходится. Именно тем сотрудникам, без труда которых сложно представить удачное проведение фестивалей, выставок, литературных и музыкальных событий, сегодня были вручены почетные грамоты от Министерства культуры Краснодарского края, благодарственные письма от председателя городского собрания Сочи. Мэр курорта Анатолий Пахомов вручил лучшим деятелям культуры знаки отличия за вклад в развитие города. Награду получила и директор Музея истории курорта Алла Гусева. Это, ну, очень приятно и очень почетно для меня, например. Поэтому, конечно, и хочется, в общем, еще больше, так сказать, отдавать нашему любимому городу, потому что музей истории города-курорта Сочи, ну, это главный музей города. И очень приятно, что Анатолий Николаевич Пахомов вот сегодня особое внимание уделил музейным работникам, потому что наш труд, он не всегда замечается, а это труд, который остается на века для будущих поколений. Каждый сотрудник из более чем 160 учреждений отрасли культуры вносит свой неоценимый вклад в будущее курорта. Уже в июле их труд оценят десятки тысяч российских и иностранных гостей, которые приедут на Всемирные хоровые игры в Сочи. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.